Всем привет! Сегодня готовлю очень сочный яблочный пирог. Произвел на меня очень хорошее впечатление. Очень вкусный, рекомендую однозначно. Для теста нам понадобится 120 грамм сливочного масла, мягкого. Добавляем 60 грамм сахара и переминаем все венчиком, но лучше миксером, это намного удобнее. Венчиком я немного замучилась. Когда масса стала однородной, мягкой, добавляем 250 грамм творога и также разминаем. Лучше воспользуйтесь миксером. Соединили ингредиенты и добавляем 300 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя. Туда же щепотку соли и ванилин по вкусу. Перемешаем и замешаем тесто. Перемешиваем лопаткой, затем переходим мешать руками. Тесто должно получиться очень мягким и послушным. Долго не мешайте, как соединили все ингредиенты, и готово. Убираем в холодильник на 30 минут отдыхать. Готовим начинку. Это будут яблоки. Берем 4 яблока, убираем у яблока середину, снимаем шкурку. Яблоки делим пополам. Тесто наше подошло. Делим его также на 2 части. Рабочую поверхность посыпаем мукой и каждую часть раскатываем. Раскатываем по размерам вашей формы. У меня будет прямоугольная 19×27. Если круглая, то соответственно вы раскатываете исходя из вашей формы. Форму застелила пергаментом, а теперь делаем основу для пирога. Основа должна быть с бортиками. Бортики делаем небольшие. Делаем это с помощью рук или воспользуемся ложкой. Но руками, как по мне, удобней. На дно я выкладываю 50 грамм измельченных грецких орехов. Вместо орехов можно, например, промазать каким-нибудь вареньем, абрикосовым или еще каким-нибудь. Можно посыпать курагой или изюмом, все по вашему вкусу. На орехи я укладываю яблоки, половинки, плотно друг к другу. Форму, кстати, можно было взять и больше. Теста довольно много. Яблоки посыпаем сахаром. Сверху я посыпала корицей. И раскатываем вторую часть теста. Также по форме. Ею мы закроем наш пирог. Раскатали, теперь закрываем пирог. Для этого мне пришлось форму снять. Хорошо, что она съемная. Скрепляем края. Формируем пирог. Форму я все-таки закрыла наш пирог и ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 40-50 минут. Пирог остужаем. Сверху я посыпала сахарной пудрой. Можно резать. Режется отлично на порции, как раз каждому половинка яблочка. Посмотрите, как сочно. Очень вкусно. Я действительно осталась в восторге от этого пирога.
Очень-очень рекомендую попробовать. Думаю, и вы его оцените. А понравился рецепт, то не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал.